Год тигра вступает в силу 1 февраля. Так вот, 31 января и 1 февраля приглашаю всех, кто в Москве, на наш девичник. Мы будем плести матрицы на исполнение желаний, составлять карту желаний и укреплять ее нейрографикой. Добро пожаловать! Все, кто еще не проходил такой тренинг по исполнению желаний, я вас приглашаю. Это будет практика силы, это будет девичник, где мы пропишем все свои цели по секторам, мы проработаем свою карту желаний и, самое главное, укрепим ее нейрографическим рисунком, который создает новые нейронные связи в нашем головном мозгу. Эта практика пройдет 31 января в Москве, скорее всего, на Чистых прудах, и 1 февраля. Это будет 2 дня, которые вы сможете использовать на весь свой год для того, чтобы прописать свои новые желания. Сегодня говорим про тревожные состояния, каким образом перевести свою тревогу в уверенность. Так, прикрепляю название. Добро пожаловать всем, кто присоединился. Как меня слышно? Я вышла почему-то из прошлого эфира, вылетела, не знаю, или зарядка здесь, или что. Как сейчас слышно? Есть ли звук? Потому что когда Инстаграм блокирует эфир или из-за звука, или из-за батарейки, потом этот звук не проявляется заново. Давайте про тревожные состояния. Сегодня работаем с подсознательными карточками на программирование своего головного мозга, на подкорковых структурах. У нас хранятся наши убеждения, установки, кармические долги, наши программы и все, что мы не можем переработать самостоятельно. Поэтому сегодня с помощью карточек будем доставать ваши свободные ассоциации, которые вам мешают избавиться от вашей личной тревоги. Прерывисто. Да, у меня что-то с интернетом, не пойму. Ребят, напишите, пожалуйста, как звук, как меня слышно, вообще слышно ли меня, видно ли меня и что у вас со звуком. Напишите, пожалуйста, потому что что-то прошлый эфир сорвался, я выхожу второй раз, дублирую. Тревога и уверенность. Откуда вообще появляются эти чувства? Может ли человек самостоятельно управлять своим чувством страха? И вообще это чувство страха, оно базовое или оно приобретенное? Если смотреть на... Слышно прекрасно. Все, супер, спасибо, Алена, за обратную связь. Все слышно, видно, дорогая. Все, спасибо большое, чтобы я спокойно могла вещать. Если у нас есть 5 базовых чувств негативных, с которыми нам надо работать, это гнев, страх, стыд, вина и обида, то из этих чувств страх и вина – это чувства самопроизводные, то есть это те чувства, которые мы сами регенерируем внутри себя. Если, например, чувство вины возникает, чувство стыда впоследствии каких-то ситуаций, чувство гнева впоследствии каких-то ситуаций, то чувство вины и страха – это исключительно мои домыслы и додумывания. Здравствуй, прекрасная Наилечка, соскучилась. Привет, вчера был у нас шикарный потоковый эфир, вообще последние 3-4 эфира очень такие какие-то с открытиями, с озарениями, с инсайтами, очень много там информации, которая мне приходит вот так вот в ситуации. Я даже сама, вот честно вам признаюсь, сегодня утром ехала за машиной и прослушивала эфир, и думаю, надо же, откуда я все это знаю, откуда вообще в моей башке столько мыслей. Завтра у нас в 13:00 будет расстановка онлайн. Кто хочет, присоединяйтесь. Может быть, кто-то хочет понаблюдать, поучаствовать, поработать заместителем, просто побыть в поле. Если кто-то хочет свою расстановку, завтра в 13 вы можете мне написать. В 13:00 у нас будет онлайн-формат работы в прямом эфире в расстановках. Тревожное состояние. Так вот, если случается какая-то ситуация в нашей жизни, результат, который нам не проявлен, то есть нам непонятно, как эта ситуация может реализоваться в нашей жизни, то мы начинаем нагонять вот этот страх. Тревожно-мнительный тип личности, он этот страх раскручивает, то есть у него есть точка, ситуация, и он эту ситуацию начинает раскручивать, крутит, вертит, вот так и сяк, это он гоняет мысли и доводит себя до панического страха и панических атак. То есть вот он вот этими своими переплетениями мыслей загоняет себя в тупик. Ты же моя родная, какая тема, она мне прям нереально сейчас актуальна. Привет, все для вас, поле так работает, видите, у меня тоже темы приходят потоково. Сегодня шла
ехала с автосервиса и думаю, надо про тревогу поговорить. Вчера девочка спрашивала за родителей, мы с мамой сегодня это обсуждали, надо эту тему немножко продолжить. Полдня в тревоге, вышла во двор, а машины нет. Где машина? У меня такое было, я просто забывала, где ее припарковала. Вышла, ищу ее, нет, щелкаю ее, нет, хожу вокруг двора, она вот она стоит. Я просто забыла, где ее парканула. Ну, мы же девочки, так бывает. Вчера был вопрос у Ксюши, по-моему. Вот вчерашний эфир можете пересмотреть. Очень хороший потоковый, он был ночной. И ночь уже у нас загружают в нас информацию, и ночные эфиры, они всегда такие очень прокачанные. И вчера Ксюша задала вопрос, что делать. Она очень беспокоится за родителей, за их здоровье. То ли они заболели, то ли они уже переболели. В общем, что-то. И она переживает за их здоровье. Забрала пристав, но не моя, а по наускиванию банка. Не очень поняла. И вот когда мы переживаем за чье-то здоровье, да, в том числе и за свое, когда мы вообще переживаем за какие-то ситуации, мы переживаем в будущем, в настоящем этого нет. Мы переживаем за ту точку, которой еще нет, куда мы не пришли. И самая главная мысль сегодняшнего эфира. Мы никогда не сможем проконтролировать точку Б. Мы никогда не сможем проконтролировать свое будущее. Гарантий никаких нет. Никто никогда вам не будет обещать стабильность и стопроцентный результат. Это ненормально, это нездорово, потому что как бы вы ни сделали все 150 действий, результат все равно будет иной. И в этом вкус будущего, в этом фишка наших строительных конструкций впереди. То есть... Теперь буду изучать, как ее назад вернуть. Все, тебе сил, успеха, удачи, благополучия, все получится. Это тоже жизненные перипетии. Я сегодня машину отдала на диагностику. Я наехала на бугорок, вот этот каменный, на днях. Там такой хруст был ужасный просто. У меня аж, знаете, думаю, я там, мне кажется, зайчика раздавила. Но все в порядке, машина хорошая, у меня Nissan Juke. Она такая прочная, мало ест, такая умная машина, очень. И мне сегодня говорят, машина просто в идеальном состоянии, ей 8 лет, 7, с 2014-го, нет, 8 уже. И машина как с учебника просто, все в идеальном состоянии. Думаю, конечно, я за ней так смотрю, как за ребенком собственным. И в прошлый раз меня очень сильно на деньги надули в Авторуси, не ходите в Авторусь, они реально... Просто реально они... Я спросила, мне счет предъявили в Авторуси 42 тысячи. За что, господи, у меня машина, ну, как бы среднего класса. Это не Мерседес, не Лексус и не этот... Не Мерседес, не Лексус и не БМВ. Там 42 тысячи, ну, никак не может получиться. Но я вот что-то сглупила, как вот ты говоришь, по страху. И сегодня в... Nissan сервисе в официальном дилере дала им список. Я говорю, вот сколько у вас будет стоить? Они говорят, 15 тысяч. Представляете, я отдала 42 за то, что могло бы стоить мне 15 тысяч. Ну, вот так. Благодарю, да, помню, я тоже так наезжала. Ну да, такое вот бывает. Здравствуйте, вы учились у Васильева? Да, конечно, я у него учусь сейчас. Я много у кого училась. Васильев выдает диплом, и я решила пойти к нему. Я сейчас учусь у него на психосоматику и на расстановках. Учусь, очень мне нравится, много чего нового, но немножко мне тяжело физически, потому что там долго надо сидеть на одном месте, а я не могу, и мне все время ерзать надо. Но учусь, да, прохожу это обучение. Но мой первый учитель, через которого я пришла в расстановки, это Марина Мазина, ей 85 лет в этом году, в феврале будет, 28 февраля. И... В расстановке я пришла через нее в 2009 году, я первый раз попала к ней на расстановке, это был для меня просто вау-эффект, я вообще не поняла, как это, что это, как так происходит, и слава богу, дай бог ей здоровья, до сих пор я к ней хожу, она до сих пор приезжает из Питера и ведет здесь занятия, но обучение не ведет, то есть вся практика моя, которая была, это все через нее, личное общение и вот постоянные группы. Она раньше вела 4 дня с 11 утра до 11 вечера расстановочных, представляете, в день по 7-8 расстановок, сейчас ведет 3 дня. Так вот, когда мы тревожимся за своих родителей,
за своих детей, за себя, за свое здоровье в будущем, у нас фокус внимания в несуществующей точке. Не факт, что это будет так, но где внимание, там энергия. Если я кормлю свою тревогу, которая в точке Б, в несуществующем моменте, я кормлю того волка, который побеждает, то значит, придя в эту точку Б, по факту мое внимание привлекает, притягивает и приманивает ту самую точку, которую я боюсь. Страх имеет свойство притягиваться. Страх — это то чувство, которое мы, боясь, привлекаем. То есть, по факту, мы, переживая за ситуацию в будущем, стараемся от нее оградиться и себя предотвратить от этой ситуации, а в действительности мы эту точку Б еще больше привлекаем в свою жизнь. То есть, то, чего мы боимся, имеет свойство случаться. Поэтому задача любого тревожно-мнительного психотипа личности в том, чтобы, свою тревогу отследить. То есть наша задача в этот момент быть очень осознанным и научиться эти мысли отслеживать. То есть, когда мы загоняемся, самонакручивание, себе прям сказать: так, сейчас я загоняюсь, сейчас у меня уровень повышенной тревожности, я себе говорю «стоп» и анализирую ситуацию. Если вам хочется грустить, сегодня тоже мне пришло, что грусть от слова груз. Если вам хочется грустить, равно себя грузить, обязательно надо разрешить себе это делать. То есть вот вам хочется грустить, вам хочется тревожиться, вам хочется бояться. Это надо себе разрешить. Почему? Потому что, простите, если мы не ходим в комнату счастья, а там мы не цветочками срём, то мы все умрем. Комната счастья — это наше продолжение жизни. Если рассматривать негативные эмоции как поход в комнату счастья, то в результате мы получаем счастье, потому что, освобождаясь от тревожно-мнительных мыслей, от депрессивных мыслей, от апатичных мыслей, мы по факту становимся счастливее. То есть, блокируя вот эти чувства, мы становимся счастливее. Я не понимаю, почему Давид приходит всегда так быстро. Ты мне за полтора часа звонишь, говоришь, что я выезжаю. А сам приезжаешь через 20 минут. Не ешь, я сейчас, я там этот, поставила кое-что. Я не буду ждать. Не будешь ждать? Да. Ну ладно. Просто капец, слушайте. Вчера, или я во времени теряюсь, реально. Он мне пишет, я выхожу с работы. Думаю, надо выйти в эфир. Как раз у меня полтора часа есть. Только я выхожу, он приходит. Не знаю, или я готовлюсь к эфиру час, не понимаю. Ладно. Сама все поем. Так, чем больше мы чему-то сопротивляемся, тем больше мы это притягиваем в жизнь. Разрешить и признать, что это есть, и дать этому место. Вы очень классные, благодарю. Да, добрый вечер. Привет, дорогие, привет. Да, абсолютно верно. И когда мы отслеживаем вот это чувство в себе, чувство панического страха, чувство тревожности, чувство уныния, тоски, переживаний, этому надо позволить быть прожитым. Не запихивать. Вот, например, когда... Обожаю вас, спасибо, дорогие. Я вас тоже очень сильно люблю и благодарю за то, что вы приходите в мои эфиры, на мои тренинги, на мои расстановки, в наши круги силы, за то, что мы вместе, мы банда, и это очень круто. И проживая вот эту боль, вот эту грусть, вот эту тревогу, мы по факту говорим себе целостно «да». То есть мы тотально себя принимаем. Не только когда я веселая, праздничная, счастливая. Вот я радуюсь, я себя люблю и принимаю, признаю и уважаю. Я грущу, значит, я себе неугодная. Нет, а я люблю себя любой, потому что любовь от слова «любой». Я люблю тебя любым. И я себя люблю любым. И на чувство тревоги себе надо дать определенное время. Сегодня общалась с девочкой, которая ходит ко мне на расстановки, и она сказала, что она впала опять в депрессию и вот не может из этого вывалиться. Так вот, смысл не в том, чтобы выйти из депрессии, а смысл в том, чтобы ее прожить. Но, когда это уже затяжная тревога, затяжная депрессия, затяжное расстройство панические атаки, затяжное. Значит, панические атаки — это не то,
когда это уже надо лечить медикаментозно. Панические атаки — это когда, знаете, тревога нагоняет сильно, и вот у вас, то есть это контролируемые. Бывают панические атаки, когда уже человеку надо ходить к неврологу, психиатру, лечиться медикаментозно, когда ему перекрывает кислород, ему вдоха не хватает, то есть он самостоятельно не может с этим справиться. Вот эти панические атаки не про это. Я про адекватную саморегуляцию, когда мы можем сами с собой договориться и вывести себя, быть самому себе психологом и вывести себя на нужный уровень. Кстати, Давид мне говорит, что я говорю очень быстро и что нормальные люди не успевают подумать о том, что я говорю. Тревога. Отслеживаем это состояние. И второй момент очень важный. Даем себе время на проживание. То есть спрашиваем себя, сколько времени мне нужно для того, чтобы моя тревога была прожита. 2 часа, 3 часа, до сегодняшнего вечера, 2 дня, 3 дня, 2 недели, 3 недели. Но 2 недели, 3 недели — это уже застой. Это очень много и очень долго. Ну, до 2-3 дней, не больше. Вот если, ну, 3 дня тоже это долго. Вы представляете, 3 дня жизни — это 100 часов потратить на то, что я такая вот унылая. Ну, до вечера хотя бы, да, до сегодняшнего дня. 2-3 часа до вечера. И прям утрируя, проживаем этот страх. Вот прям утрируя, тревожимся. Депрессируем. Загоняемся. Прям мечемся по комнате, переживаем. Для кого-то доп. Функции к проживанию будет помощь в том, что вот я так иногда делаю. Я свои мысли проговариваю в диктофон, как будто я разговариваю с психологом. Но я не хочу на людей это сливать, да, мне хочется это сказать кому-то вовне. И я просто наговариваю на диктофон, потом удаляю. Прям говорю, что у меня сейчас такая паника, что я сейчас могу просто по потолку ходить. И мне трудно дышать, и внутри у меня какой-то ком, вот здесь у меня все перекрывает. И я вообще переживаю, тревожусь за то, как будет, что будет, а вдруг ничего не будет, а вдруг не получится. Вот я столько делаю, и вот я вот эти все мысли начинаю наговаривать. Можно писать в заметках в телефоне, можно, конечно, писать потоковые письма. Это вообще высший уровень апгрейда в вашем эмоциональном интеллекте. И вот сколько времени вы себе дали, это все время сфокусировано быть на этой эмоции. То есть, если я 2 часа в тревоге, все, вы не радуетесь, вы не смотрите приятненькие фильмы, вы можете включить фильмы, где вам надо тревожиться, переживать какой-нибудь триллер, и вот прям утрированно жить эту эмоцию. Зачем? Чтобы ее не отрицать, а признать, сказать ей «да», распахнуть двери сердца, ее отпустить. Только в этом случае вы полноценный эмоциональный человек, когда вы говорите «да» и своим позитивным эмоциям, и своим негативным эмоциям, когда вы все свои чувства проживаете официально и полноценно, слово не могла вспомнить. Нет, для меня идеальный темп. Как агент Купер в Твин Пиксе с диктофоном. Я сама все видео в Ютубе смотрю на убыстренке. Мне очень тяжело, когда люди разговаривают. Тут есть такие люди, они говорят медленно, мямлят там с паузами. Вот это все. И я прям нервничаю, мне надо быстро. А может быть, некоторые просто не славливают, я это понимаю. Ну вот, вот так. И первый этап – отслеживаем эмоцию. Второе – даем себе время на проживание. Третье – это прям вот вам алгоритм действий. Третье – утрируем эту эмоцию, гипертрофируем ее, то есть делаем ее очень большой, раздуваем ее до уровня планеты. Прям вот боимся, представляем себе самый плохой страх и исход. Вот, не знаю, предположим, если женщина боится, что она никогда не выйдет замуж, вот представить себе, что она все, вот, умерла в одиночестве, все, и стакан воды ей никто не подал, все. Самый-самый-самый такой страх. Проживаем и отпускаем его. Это знаете, в каком контексте можно пример этот сопоставить? Вот когда вы напряжены,
вам надо еще перенапрячься, вам надо все тело сильно-сильно напрячь, вот прям попробуйте сейчас, вот прям все тело, каждую клеточку, лоб, уши, нос, щеки, подбородок, грудную клетку, плечи, руки, живот, бедра, ноги, ляжки, ляшечки, коленочки, щиколотки, голени, ступни, пальчики ног, пальчики рук, вот прям все тело максимально сжимаем, сжимаем и держим, максимум держим, вот сколько можем, держим. Держим, 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 а потом и отпустили. Вы обратите внимание, как циркуляция крови стала снабжать организм еще больше энергии. Вы обратите внимание, как у вас пошло дикое резкое расслабление. И вы обязательно должны почувствовать в этот момент тепло, которое разливается по всему вашему организму. Вот то же самое происходит с чувством, которое мы блокируем в себе. Потому что, тревожась, мы не позволяем себе идти в ту точку, которая... на самом деле, которая является зоной роста. Я не прохожу в ту точку, которая меня на самом деле взращивает. И мы же не знаем, что уготовлено для этого человека, что прописано ему судьбой. Зачем я за него тревожусь? Мне что, лучше знать? Я что, Бог? Я вершитель судеб? Может быть, у него кармические задачи есть какие-то, которые мне вообще, моему уму непостижимы. Я была вчера... на встрече одной мне рассказали, как девушка молодая, мать троих детей, упала в обморок, попала в кому, и она вот уже, я уже не знаю, честно, сколько, месяц-два она лежит в этой коме и не может из нее выбраться. И эту тему я тоже не знала, что через 10 дней, если человек не приходит в себя, то врачи его отключают от этих искусственных аппаратов. И семья этой девушки продала квартиру, чтобы купить эти все дорогущие аппараты, но она в себя не приходит. И я вчера клиентке говорю, я говорю, может быть, надо с экстрасенсами как-то, вот они с душами разговаривают и спрашивают, может быть, у этой девушки, у которой трое детей, есть другая задача души. Может быть, ей действительно надо из этой жизни уйти, а может быть, ей надо что-то, чтобы вернуться. И обычно вот эти маги, волшебники, они это все видят. Ну, не знаю там, как у нее, что у нее, не знаю. Тоже обидно, люди столько денег вложили, там, десятки миллионов, а... человек не вернулся к жизни. И это я за тревогу. Тревожься ты, не тревожься. Исход такой, какой будет. Есть вещи, которые, конечно, от нас зависят. И результат, конечно, в наших руках. Действия приводят к этому самому результату. Но какой будет результат, никто не знает. Никто вам не гарантирует, что если вы 10 лет проработаете в Сбербанке, то вы станете его директором. Нет. Нет таких гарантий и так далее, что если вы проживете с мужем там 75 лет, то он не уйдет или не умрет, или не предаст, или не, нет этих гарантий, никто это не знает, никто это никогда вам не скажет. Поэтому чувство тревоги абсолютно бесполезное, пустое, тупое, но это чувство принадлежит кому-то в роду. И мы тоже являемся носителями этой эмоции, и она для вас, то она для нас и для вас тоже является программой выживания. Так вот, если вот это... тревога возникла, четвертый шаг, я отдаю это чувство туда, откуда оно пришло, в прошлое, я вынимаю из себя чувство тревоги и отдаю его, возвращаю во свояси, пусть идет туда, откуда пришло, и я отдаю его тому, кому он принадлежит, кому оно принадлежит, потому что тревожность, она может быть и моя. Вообще чувство тревоги возникает у ребенка в 3-6-7 лет, когда он первый раз сталкивается с опытом смерти. Вот, предположим, был маленький ребенок, умер кто-то, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, близкий кто-то умер из знакомых. И у ребенка в голове формируется импринт, что это что-то такое страшное, это что-то такое опасное, что умирать — это плохо. И вот с этого момента чувство тревоги порождает в его душе вот это место для страха панического. И каждый раз, когда у него возникают подобные чувства, каждый раз у него всплывает вот эта программа панического смертоносного страха. Мне кажется, регрессологи убирают эту программу, но я считаю, что, меняя мышление, мы можем переписать все свои программы абсолютно, потому что не мозг управляет мной, а я управляю своим мозгом. Когда я переписываю программы в своей голове, я автоматически формирую новый эмоциональный интеллект и новое мышление, которое творит мою реальность. Еще есть такой способ — представить самый свой страшный страх. Ну, предположим, там женщина боится, что ее бросит муж. Вот представить эту ситуацию. Вот он пришел и бросил, все.
и ушел, закрыл за собой дверь, забрал все свои вещи. Вот она просыпается на следующий день. Что она делает? Как начинается ее утро? Да, у нее состояние удрученное, это очень тяжело, это жгучая боль внутри. Есть много страхов, много обид, переживаний. Что она делает? Ну, умная женщина психологу позвонит и пойдет. А обычная женщина что сделает? Она будет в своих чувствах. И она будет настолько внутри себя культивировать это чувство, что она будет вот так вот сама в себе коптиться. Она возьмет, нальет себе чашечку чая, сядет, включит телевизор, что-то там посмотрит, приберется, а может не приберется, может ляжет овощем. И вот эти вот мысли, а что будет если, успокаивают ее страх. И она понимает, что ничего не будет если, ну идет и хрен с ним, следующий придет. Понимаете? То есть эти страхи надуманные, они наоборот блокируют нашу энергию в будущее. Если вы хотите исполнять свои желания на весь последующий год, приходите 31 января и 1 февраля на наш девичник в Москве, в наш круг силы. Мы будем плести мандалы, матрицы на исполнение желаний, программирование своего 2022 года. А 1 февраля, когда вступит в год знак Тигра, Восточный Новый год, 1 февраля, мы будем создавать карту желаний и укреплять ее нейрографическими нейронными связями. То есть у нас будет карта желаний с нейрографикой. Стоимость одного дня 2500 рублей, стоимость двух дней 4000 рублей. Поэтому можете мне писать, кто в Москве, добро пожаловать, я вас приглашаю. Будут только девочки, я вам приготовила крутые магнитные такие, магнит для денег, хорошие подарки. И будет много волшебства и программирования своей реальности, потому что тренинг на исполнение желаний, он всегда фокусирует вас на тех плюсах, которые вас ждут. Итак, сегодня у нас карточки нашего подсознания. У меня также не могу черепашек слушать. Блин, это вообще это очень плохое качество. Вот мое лично, деформация после школы Останкино. Я недавно была на тренинге, кто смотрел мои истории, знает. И там тренер разговаривал, немножко все время она пищала, и немножко-немножко с нами вот так с манией величия, понимаете? Что вот вы все ничтожные собаки, и я вам запрещаю трогать телефон во время того, как я разговариваю, потому что вы сливаете свою энергию. И вот она с таким вот, знаете, приподнятой бровь, что ты мразь человеческая вообще, ты меня расстановка на минуточку 40 тысяч рублей стоит. Человек даже не удосужился бутылочку воды поставить на стул. Было около 80 человек. И мы были в гостинице, в отеле. Там вода по 500 рублей стоит. И это, ну, рядом нет ни магазинов, ничего. И это просто вот... Не знаю, может быть, я не права, это мое, конечно, субъективное мнение, но это просто неуважение к своим людям. К тебе приходят люди на тебя, на твою личность, на твои знания. Ну, прояви к ним любовь, ласку и уважение. Но, опять же, это провокационная терапия, не все так работают. Это норм. Но вот это моя деформация. За вот этим вот то, что я вижу, как люди разговаривают, или как они там не разговаривают, или ошибки, за этим я не вижу суть. И это не есть очень крутая техника. Этот метод с болью эффективен тоже. Всем привет, кто присоединяется. Это не Грейс, голос похож. Нет, Грейс, не знаю, кто это. Не-а. Нет. Неприятная женщина, ей лет 50, и... Не знаю. Но это тоже имеет право быть. На таких людей тоже ходят. Возвращаемся к тревоге. Значит, проживание своей тревоги, лимитированное проживание дает вам право на ваше счастье. Если мы это блокируем в себе, оно по-любому выйдет наружу, оно по-любому как вулкан будет извергаться. И тогда эта тревога переходит в какие-то панические атаки и страхи. Поэтому чувство страха тоже имеет право быть. Вам важно просто понимать, что в голове страх – это надуманная вещь. Страх – это мною придуманный сценарий. Страх из зоны несуществующего, нереального, невозможного. Никогда никто не знает, сбудется этот страх или нет. Поэтому беспокойство не имеет смысла. И, кстати, ко вчерашнему вопросу, когда родители болеют, как перестать за них тревожиться? Когда родители болеют, благодарите небеса за то, что у них укрепляется иммунная система, и она вырабатывает антитела. У родителей в этот момент хорошо было бы им, ну, побольше спать, потому что когда мы спим, иммунная система активируется и вырабатывается иммуноглобулин, и мелатонин, и серотонин, и кортизол, который стимулирует в нас бодрость, да?
Но иммунная система во время любой болезни вырабатывает антитела. И чем больше мы болеем, простужаемся, или у нас ковид, или еще что-нибудь, иммунная система вырабатывает антитела. И если вдруг с родителями что-то не то, максимум, чем мы можем помочь, это подбодрить хорошим настроением, своими молитвами, благословлять их, общаться с высшими силами, чтобы им дали побольше иммунитета справиться с тем, что происходит, ну точно не беспокоиться. Потому что, когда мы беспокоимся за родителей, где фокус внимание, там энергия. Мы отдаем, сливаем свои силы в беспокойство, а что будет, а что не будет, а вдруг это, а вдруг... Ничего с ними не будет. Они будут сильнее, они укрепят свой иммунитет и станут еще мощнее, чем они были до этого. Ну, а если что-то не так, ну, честно, давайте честно себе признаемся. Все мы когда-то уйдем из этой жизни. Это закон этой жизни. Это то, что может вам гарантировать любая гадалка, и она никогда не просчитается. Но чем больше мы об этом думаем, тем больше мы туда сливаемся. Нужно, конечно, с уважением к этому, но при этом, если вдруг с родителями что-то не так, пожалуйста, кормите своих тараканов в голове тем, что у них вырабатываются антитела, что они будут еще здоровее, что у них повысится иммунитет, и иммунные клетки будут разделяться и размножаться, размножать себе подобных. То есть, чем больше я беспокоюсь, тем больше я вот эти деструктивные мысли заменяю на позитивные. И это моим родителям, наоборот, даст дополнительную силу и энергию. И не только родителям, мне, моим детям и всем, кто находится в ситуации под моим беспокойством. Про уверенность. Вы знаете, уверенность в себе я вот сейчас стала отслеживать. Первое, это когда я научилась говорить «нет», где я не хочу, но наступаю на себя и иду делаю, и становлюсь от этого неуверенной в себе. И уверенность в себе — это когда... То есть, когда я не делаю то, что я не хочу. Не делаю. Я стараюсь выбирать себя. Это трудно, потому что мне при этом приходится говорить «нет» другим людям. Но уверенность в себе — это когда я приняла какое-то решение, и я не сомневаюсь, делать мне это или нет. Я иду и делаю. То есть я приняла решение, а потом я иду и делаю. И нет такого, я иду на тренинг. Все, я иду его и оплачиваю. У меня нет такого, так идти мне, не идти мне. Все, у меня появился импульс, я его проявляю. И в этом я буду подтверждать свою уверенность в себе. Потому что мой организм, мой мозг будет понимать, ага, все ее решения мы превращаем в действие. Значит, все ее решения априори правильные. Понятно вам? Вот это я хотела сказать, как тревога связана с уверенностью. То есть, когда мы принимаем решение, а потом начинаем тревожиться и говорить о том, насколько... Это решение правильно, неправильно, а вот может так, а вот может не так, сделать мне это или не сделать мне это. Все, мы тут же подвергаем сомнению свою самооценку. То есть, раз я приняла решение, ну, наверное, оно так себе, я начинаю сомневаться. Красивый, блестящий маникюр. Благодарю, спасибо большое. И наша задача свои решения не подвергать сомнениям. То есть, я приняла решение, значит, я все сделала правильно. Итак, карта на наш круг силы, на практику силы. Жизнь меняется, когда меняемся мы. Послание для каждого, кто сейчас смотрит. Не смог никто, это значит, ты будешь первым. Татуировщик чихнул во время работы, а его клиент помнил об этом всю жизнь. Это очень смешно. Не знаю, к чему это, может, кому-то это откликнется. Какие все вокруг оптимисты, когда проблемы у других, а не у них самих? Знаете, нет людей в этой жизни, у которых нет проблем. И если вы кого-то видите в Инстаграм, на дорогущих машинах, путешествиях, с дорогущими фотками и фотошопом и так далее, это иллюзия. Нет людей без проблем, правда. Копнешь там дальше, там куча всего, поэтому не нужно думать, что проблемы у других, а не у них самих. На самом деле, задачи, которые нужно решать, есть абсолютно у всех. На это есть наш земной кармический долг. Иначе нас бы сюда не запускали, и мы бы не приходили. То есть смысл приходить на планету Земля, если у нас здесь нет нерешенных задач. И таких людей просто выводят из системы и заводят новеньких. Если твоя любимая кофта после стирки стала мала, не спеши винить стиральную машину. Возможно, что в этом виноват холодильник. Что в этой карте, ребята? Что тут кто-то что-то покурил, походу? Так, еще два послания. Если ты сходишь всего на один урок по карате,
то успеешь только поклониться напавшим хулиганам, если ты сходишь всего на один урок. Несмотря на кажущуюся легкость материалов, рушащиеся воздушные замки больно бьют по голове. Это про иллюзии. Ой. У меня есть на Ютубе прямой эфир открытый, который называется «Берарова самооценка», по-моему. «Берарова уверенность», что-то такое. Посмотрите его. Вообще эти эфиры все потоковые. Хорошо смотреть вот так в потоке. Когда вы идете, допустим, от дома до метро, или вы в поездке какой-то, или вы моете посуду, вот что-то рутинное делаете, и вам в этот момент нужно занять мозг. В спортзале можно, кто ходит, гениальный человек. И вы тогда на подсознание записываете эти программы, потому что, когда мы делаем повторяющиеся действия, у нас открыта подкорковая система мозга, и туда можно записывать нужные программы. Можно какую-то аффирмацию одну взять и во время повторяющихся действий ее записывать в подкорочку. И во время ситуации вам воспроизведется именно это убеждение. У нас сегодня просто вечер юмора. Ой, я еще не шутила, не смешила вас еще. Ну да, 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 да. Так, друзья, ну что ж. Я вас приглашаю 31 января в Москве на наш женский круг «Девичник». Мы будем плести матрицы на исполнение желаний. Я вам, если сегодня ночью выйду в эфир, я вам покажу. Нет, сейчас покажу. Подождите, у меня здесь в этом есть. Сейчас я вам покажу. Подождите. Кто не знает, что это такое, это вот такая вот штучка. Мы будем, конечно, плести поменьше, у нас будут работы примерно вот такие. Это натуральные материалы, бамбуковые деревяшки и шерстяные нитки. Матрицы плетутся на исполнение желания какого-то одного. Можно слоями закладывать разные структуры и манифестации на исполнение желаний. У нас будет, конечно, круг силы, это будет женский круг, практика силы. И 31 января мы будем закладывать свои желания через матрицы. А 1 февраля, когда уже вступит в силу Восточный Новый год и тигр придет к нам, мы 1 февраля будем делать карту желаний и нейрографикой укреплять эти связи. Вы знаете, наверное, кто занимался, нейрографика – это простраивание новых нейронных сетей в головном мозгу, когда я от цели прихожу к результату. И вот эти прекрасных два деяния мы будем делать в кругу женской силы. Мы соберемся девочками в Москве и будем делать вот такой девичник, рукодельный девичник, и будем воплощать свои желания через послание наших рук, потому что у нас в руках есть женская энергия, ее хорошо вкладывать во что-то, а потом с этим контактировать. То есть каждый раз, когда мы смотрим куда-то в центр или смотрим вокруг, мы визуализируем, и у нас в мозгу воспроизводится программа, которую мы заложили вот в эту матрицу. Матрицу можно вешать. А можно, сейчас мне некуда пока в новой квартире вешать, а можно просто на полочку выставить. Вот в той квартире у меня на полочке стояли. Мы купим сюда сервант с Давидом, может, туда я их выложу, если он не пустит. Вот когда проектирую, всегда под тебя это делаю. Спасибо, Светочка, родная моя, любимая. Давно хотела такую сплести, прямо под свитер, как аксессуар. Спасибо. И вот мы будем этим заниматься 31 января и 1 февраля. У кого будет желание, встретимся мы, наверное, в час или в два дня, чтобы до вечера успеть сделать полностью работу и на дом, чтобы ничего не оставалось. Ну и, конечно, наши угощения, сладости, вкусности. Теперь я поняла, как важно, когда на тренинге есть вкусная еда, когда есть сыр, колбаса, блинчики, соусы, чай, печенье, сладости, кофе, когда фрукты и все это есть, и ты спокойный, и у тебя... Я реально тревогу испытала, что, блин, даже воды нет, что такое?
Но я ушла с того тренинга, потому что мне было некомфортно. Это тоже для меня умение говорить «нет» и умение проявления уверенности в себе. Ну что ж, мои дорогие, я вас благодарю за этот прямой эфир. Я вас жду на расстановках 12-13 февраля в Москве. Завтра в 13:00 у нас расстановки онлайн в прямом эфире, вот в таком формате. Приходите, кто хочет поучаствовать по своему запросу, вы также можете мне написать директ. Кто хочет просто понаблюдать, попробовать себя заместителем, тоже приходите завтра в 13:00. А 31 января, это уже следующий понедельник, и 1 февраля, это следующий вторник, мы вместе встречаем Восточный Новый год в кругу силы с магией исполнения желаний. Ну что ж, до встречи. Я вас люблю, обнимаю. Спасибо за этот эфир. Пока.